Всем привет, добро пожаловать в Swift Arcade. Я твой ведущий, Джонатан Расмуссен. С возвращением, пока мы продолжаем наше путешествие по созданию приложения Spotify. В этом четвертом эпизоде мы рассмотрим, как заполнить некоторые данные и создать здесь последнюю ячейку, которая позволит нам добавить представление коллекции, чтобы мы могли прокручивать вверх и вниз. Мы также собираемся выяснить, как объединить наш рабочий пример здесь, где у нас есть эти плейлисты и эти подборки вверху. Мы собираемся вести их и вернуть наш контроллер просмотра плиток обратно из первого эпизода и посмотреть, не сможем ли мы собрать все это вместе. Хорошо, давай начнем. Хорошо, так что давай просто быстро подытожим, где мы находимся. Справа у нас есть наше замечательное приложение, которое мы можем прокручивать влево и вправо. Мы можем сделать эту инкрементную прокрутку. Обратите внимание на этот действительно классный индикатор вверху, движущийся взад и вперед. Мы можем выбирать и менять наши взгляды. Для того, чтобы заставить это работать таким образом, нам нужно сделать пару вещей. Первый, мы собираемся добавить некоторые данные в приложение. Я создал несколько поддельных данных, которые будут заполнять эти ячейки здесь для нас. Наши изображение и название, это наши альбомы и треки. Тогда мы войдем в эту камеру воспроизведения. Это ячейка, которую мы создали, которая является частью представления коллекции, которая позволяет нам прокручивать влево и вправо. Это горизонтальная схема потока. Мы собираемся пересмотреть нашу камеру и добавить к ней две вещи. Во-первых, мы собираемся создать новую ячейку под названием TrackSell, которая будет представлять этот трек здесь. Это будет наш образ, наше название и наш подзаголовок. А затем мы собираемся добавить все наши данные и это в представление коллекции, которая позволит нам прокручивать вверх и вниз в этой ячейке списка воспроизведения. Так что здесь действительно происходит два просмотра коллекции. Один, который позволяет нам ходить влево и вправо, и другой внутри камеры, который позволяет нам ходить вверх и вниз. Хорошо, давай начнем с трековой ячейки. Хорошо, итак, возвращаясь к Скоут, давайте перейдем к проекту. Давай откроем нашу ячейку плейлиста и она должна быть пустой для нас. Прямо сейчас это всего лишь простая ячейка представления коллекции пользовательского интерфейса. Это в основном то, что удерживает наши взгляды прямо здесь. И мы собираемся сделать нашу работу здесь, начиная с определения этой штуки, называемой треком. Итак, чтобы представить трек в нашем приложении, я собираюсь пойти дальше и создать здесь структуру, похожую на трек. Это всего лишь структура. Мы собираемся назвать это треком, и это если хочешь что-то вроде нашего бизнес-объекта. Он будет содержать данные, представляющие трек. Это будет содержать такие вещи, как название изображения. В нем будут такие вещи, как название, а также такие вещи, как имя исполнителя. Это всего лишь простые строки, и они будут представлять в основном информацию, которая будет заполнять один из наших треков здесь. Так это наш объект или модель, просто представляющая трек. Теперь, чтобы выполнить такую работу в нашей ячейке плейлиста, нам нужно сделать две вещи. Во-первых, нам нужно определить ячейку трека, которая в основном будет делать этот макет для нас. А затем нам нужно поместить все эти треки в представление коллекции, которое будет прокручиваться вверх и вниз. Так что давай начнем с ячейки трека, а потом добавим в представление коллекции. Так что просто продолжая здесь под нашей структурой, давайте создадим класс под названием TrackCell. это будет ячейка представления коллекции пользовательского интерфейса, такая же, как и наша другая ячейка выше, и здесь мы просто хотим в основном определить такую структуру. Так что в основном у нас будут такие вещи, как пара этикеток и несколько изображений. Это будет просмотр изображения. Для нас это просмотр изображений, и у нас будет заголовок и субтитры, которые будут представлять этого парня здесь и этого парня здесь. Теперь, когда мы приходим сюда, что нам нужно сделать в какой-то момент, так это когда мы получаем ячейку, нам нужно передать информацию в себя, чтобы она могла заполнить себя. Итак, мы собираемся использовать здесь свойство под названием трек, которое будет необязательным. А позже, когда мы получим наши данные и передадим их в ячейку, мы вызовем этот метод. Мы собираемся установить трек на трек ячейки. Итак, мы собираемся пройти по дорожке в ячейку дорожки. А это аккуратная собственность в свифте. После того, как ты установил что-то в таком свойстве, как это, ты можешь перейти к настройке. И ты можешь, в принципе, развернуть в нашем случае наш трек здесь и установить свойства, чтобы мы могли создать наше изображение. Мы можем установить наши метки, и это действительно заполнит эти элементы управления здесь, в нашей ячейке. Итак, это простой метод, который позволяет нам это сделать. В принципе, тогда нам понадобится инициализатор для нашей ячейки, как мы всегда делаем. Так что давай продолжим и создадим переопределение NitFrameCracked здесь. Мы всегда хотим вызвать супер-супер-даты нит в нашем фрейме, используя нулевую точку, просто чтобы придать ему практически нулевой размер. Когда мы начнем, а потом займемся нашим макетом. Я просто остановлю приложение на секунду, чтобы оно продолжало работать. Хорошо и так, теперь у нас есть наш требуемый инициализатор, который мы просто примем. Мы еще не определились с планировкой. Все в порядке. А здесь внизу мы собираемся пойти дальше и выложить нашу камеру. Упс, и это будет мероприятие. Хорошо, и мы готовы сделать наш макет. Давай просто поговорим о том, как мы собираемся обустроить эту камеру. Я имею в виду, что это довольно простая камера. У нас есть изображение слева. Здесь у нас есть две этикетки. И еще одна вещь, которую нужно помнить при автозагрузке. Если что-то может изменить размер само по себе, оно это сделает. Итак, с точки зрения ограничений, нам понадобится что-то на этом изображении, чтобы закрепить его вверху и слева, и мы зададим ему размер и ширину. А затем для этих двух парней я на самом деле собираюсь вставить оба ярлыка здесь в виде стека. Почему стек вью? Ну, они просто иногда бывают довольно милыми. Стековые представления раскладывают вещи по группам. Ты можешь определить интервал, это требует меньше ограничений. Они просто своего рода хороший инструмент, который иногда можно использовать. Так что мы собираемся пойти дальше и выложить это в виде изображения. Две метки в представлении стека. И код для этого будет выглядеть примерно так. Первый ⁇ я собираюсь ввести здесь свойство, которое называется высотой ячейки трека. Я собираюсь определить здесь свойство. Это будет высота которая определит высоту этого равную 72. Я определяю это снаружи, потому что на самом деле мы собираемся использовать это также в нашей ячейке плейлиста. Так что я просто собираюсь поместить это в начало файла здесь. Мы собираемся в конечном итоге использовать это и здесь, но я просто собираюсь найти это здесь, чтобы ты мог видеть, что это будет использоваться в обоих местах. Так что давай продолжим и сделаем макет нашего трека прямо сейчас. Так что давай начнем с ярлыков. Давай продолжим и определим некоторые свойства для этих ярлыков, и давайте дадим им прежде всего некоторые предпочтительные шрифты. Так что для этих лейблов, бегущей по лезвию и под заголовок Вангелис, я собираюсь выбрать предпочтительный шрифт бади, и мы сделаем его жирным. Здесь используется наш предпочтительный код шрифта. А также мы собираемся использовать встроенный шрифт iOS по умолчанию для подзаголовка или подзаголовка для подстроки здесь. Также обратите внимание, что этот подзаголовок имеет немного другой, более темный цвет. Мы собираемся дать ему альфа 0,7. Так это просто определение шрифта на этих двух элементах тогда как нам всегда нужно делать с любыми элементами управления, с которыми мы здесь работаем, и с автоматической компоновкой заголовка изображения субтитров. Нам нужно убедиться, что они готовы к автоматической компоновке. Так что мы пойдем дальше и сделаем их ограничение маски автоматического определения размера ложными, чтобы они были готовы перейти к автоматической компоновке. А потом давай определим наш стек. Так что давай продолжим и определим здесь стек. Давай будем равны. У меня есть удобный распорядок дня. Я думаю, у меня здесь есть это под названием MakeStack, или может быть, я еще не знаю. Так что при создании элементов управления, иногда таких как стек, использую это. У меня есть эти фабричные методы, которые помогли мне разложить вещи более удобным способом. Так что я собираюсь пойти дальше и скопировать некоторые из них. Позволь мне начать с просмотра стека этикеток. Я думаю, что сейчас мне нужны только эти двое так что я просто перейду к нашему классу Factory и добавлю еще два фабричных метода. Один из них называется MakeLabel. Это просто заводская процедура, которая очень удобно делает меня этикеткой с этими свойствами. Но тот, который я хочу использовать прямо сейчас, называется стек View, который принимает оси по горизонтали, извините, по горизонтали или по вертикали, а затем просто настраивает их, отключая автоматическое определение расположения осей и задавая ему интервал по умолчанию 8. Так что я собираюсь пойти дальше и использовать это в нашей ячейке плейлиста здесь. Когда мы создадим наш вид стека, я собираюсь сделать вид стека с вертикальной осью, так что он будет подниматься и опускаться. А потом я собираюсь просто немного изменить это расстояние. Я на самом деле не хочу, чтобы интервал по умолчанию составлял 8. Я собираюсь сделать это с интервалом в 6 секунд. И с представлениями стека вам в основном нужно добавлять что-то в свой вид стека точно так же, как и в любом другом представлении. Так что я собираюсь посмотреть на свой стек. И поскольку мы хотим, чтобы эти два ярлыка были сбоку, я собираюсь добавить дополнительный вид и давайте перейдем к нашему титульному ярлыку а потом давай пройдем внутрь и сделаем то же самое с нашим лейблом субтитров. Упс, что это за ярлык с субтитрами? Хорошо, и так мы определили наш стек. У нас есть собственность, настроенная в наших шрифтах. Далее нам нужно добавить наш вид изображения и наш стек в ячейку, в которой мы работаем. Так что здесь мы можем просто добавить вложенный вид, передать наш вид изображения, чтобы поместить его в иерархию представлений. А затем мы делаем то же самое с нашим стековым представлением Stack View, вот так, вот так. Теперь давай поговорим о макете. Для этого парня мы хотим, чтобы наше изображение было прикреплено вверху и слева. Так что я собираюсь пойти дальше и использовать свой удобный маленький фрагмент здесь. Я собираюсь использовать массив ограничения активации здесь, давайте просто выложим это изображение сейчас. Итак, просмотр изображения, я хочу, чтобы ты был главным ведущим. Я хочу быть полностью вровень с верхом. Так что я собираюсь искать ограничение, равное верхнему якорю. Так что это поставит его прямо на самый верх. Тогда я хочу поставить тебя на свою ведущую сторону, чтобы полностью смыть. Так что я иду ведущий якорь также равен ведущему, так что у меня есть вершины и ведущие определены. Единственное, что мне сейчас нужно, это определить высоту и ширину для нашего представления изображения. Так что поехали. Ограничение привязки высоты просмотра изображения равно этому. Я на самом деле хочу использовать константу для ⁇ так где же ты равен константе ⁇ Вот так. А теперь я собираюсь использовать ту переменную, которую мы определили в верхней части высоты ячейки трека. И мы собираемся сделать то же самое с нашей шириной. Ограничение ширины изображения также будет равно высоте ячейки трека, так что это сделает его квадратным. Мы накладываем на них те же ограничения, и это наш имидж. Теперь о нашем стеке мы хотим, чтобы это было как раз справа от нашего изображения мы также собираемся просто поместить его прямо в средний слой VY. Так что у нас просто не так много ограничений, мы действительно можем расположить наш вид стека следующим образом. Давайте начнем с этой центральной оси Y. Это поместит его, знаешь ли, прямо посередине по центру. И мы добавим это ограничение к нашему представлению точно так же, как этот якорь Center Y. Тогда давай пойдем дальше и поставим нашу ведущую роль. Мы хотим, чтобы наш вид стека был таким. В этом случае я собираюсь дать ему мультиплеер из двух только справа от этого изображения. Так что я собираюсь использовать стек constraint, И этот я хочу, чтобы он был равен системному интервалу после. И он будет после нашей точки просмотра изображения, потому что начало будет позади конца в этом представлении изображения. И я собираюсь дать ему множитель в два раза. И давай просто прокрутим здесь, чтобы у нас было немного больше места. И последнее, что нам нужно, это поместить конечное ограничение наших представлений стека прямо здесь справа. Так что я собираюсь довести это до конца и просто добавить к нему множитель равный 3. Так что давай просто уйдем. Ограничение конечной привязки представления стека будет равно. Ой, теперь это странно. Когда ты используешь равный системный интервал после before, тебе иногда нужно менять порядок, чтобы синтаксис сработал. Так что в этом случае, поскольку он находится на конечной стороне, я на самом деле собираюсь начать с конечной привязки самого представления. Так что я собираюсь бросить якорь. Извините, да, на самом деле это так. Ограничение конечной привязки, и я хочу, чтобы эта конечная привязка была после нашего представления стека. Так что теперь я могу перейти к равному системному интервалу после окончания точки нашего представления стека, и мы собираемся дать ему множитель в 3. Так вот в чем заключается это ограничение. Я говорю о том, чтобы бросить якорь здесь. Я хочу, чтобы у тебя был множитель в три раза после нашего просмотра стека здесь. Вот как написано это ограничение. Так что просто обратите внимание, как они перевернуты. А потом после этого мы, по сути, разложили нашу камеру по полочкам. Хорошо и так, теперь когда у нас есть ячейка трека, теперь мы хотим добавить ее в нашу коллекцию которую мы собираемся добавить как часть нашей ячейки плейлиста здесь так что помни что наши зарплаты в плейлисте прямо сейчас это просто эти цветные экраны на самом деле они ничего не содержат что мы собираемся сделать так это добавить представление коллекции каждому из них чтобы мы могли прокручивать вверх и вниз и это представление коллекции будет использовать ту ячейку трека которую мы только что создали здесь так что давай продолжим и установим это давай прокрутим до самого верха где у нас есть ячейка плейлиста и просто просто в интересах экономии времени я собираюсь вести кое-какой код. Давай пройдем через это и просто посмотрим, что происходит. Итак, мы создаем эту ячейку плейлиста, и внутри нам понадобится пара вещей. Во-первых, нам понадобится что-то, чтобы отслеживать всю музыку или треки, которые мы собираемся передавать. Вот что делает эта переменная здесь, var отслеживает массив дорожек. Я собираюсь передать некоторые данные в какой-то момент, и я просто делаю это опцией прямо сейчас, поэтому мне это не нужно, когда я создаю ячейку. Но это в основном будет содержать все данные об обложках альбомов и названиях, которые мы собираемся передать сюда. Тогда вот где мы на самом деле создаем представление коллекции. Так что это будет простая схема потока. Это будет подниматься и опускаться. Мы собираемся сделать минимальный межстрочный интервал 16. И опять же это ленивый вар потому что нам нужен доступ к селф здесь. Вот почему ты видишь этот ленивый вар, а не просто вар или лед. Используй LazyVar всякий раз, когда тебе нужен доступ к тому самому, что ты определяешь, что в нашем случае является нашей ячейкой списка воспроизведения. Это просто позволяет мне делать это здесь. Итак, мы собираемся создать наш вид коллекции, проходящий в нашем макете потока. Мы собираемся настроить его на автоматическую компоновку. Здесь мы собираемся зарегистрировать ту ячейку трека, которую мы только что создали, с ее идентификатором идентификатор ячейки трека, придать ей красивый цвет фона. А затем зарегистрировать себя в качестве источника данных и делегата, а затем просто вернуть это представление коллекции, как часть этого вычисляемого свойства тогда это просто стандартные конструкторские штучки а наша планировка здесь действительно проста этот красный экран который ты видишь здесь будет представлять всю нашу ячейку плейлиста он просто заполняет всю доступную ему область так вот что мы делаем с этими четырьмя ограничениями здесь мы просто идем сверху впереди сзади снизу прижимая его к четырем сторонам и этот вид коллекции просто заполнит всю эту область и это по сути все все что нам нужно сделать здесь сейчас это просто реализовать себя в качестве источника данных, нам нужно сказать ему, эй, сколько треков будет в нашем представлении коллекции. Так что, когда мы это сделаем, мы можем просто попросить наши треки подсчитать их количество. После того, как я развернул его здесь в качестве дополнительного, там будет немного места. А потом, по сути, нам просто нужно снять саму ячейку с очереди. Так как наш просмотр коллекции проходит он будет спрашивать нас для каждой ячейки, что я должен использовать, когда я выкладываю это. Вот что это здесь делает. Мы просто переходим к нашему представлению коллекции, удаляем из очереди нашу многоразовую ячейку с этим идентификатором дорожки, а затем преобразуем ее в ячейку дорожки. Тогда мы действительно можем получить дорожку, связанную с этой ячейкой, вытащив ее из нашего массива дорожек на основе пути индекса и передав ее. И вот где на самом деле будет установлен тот трек, о котором мы говорили, индент действительно установил. Мы собираемся пройти по трассе, вот как это будет заполнять заголовок нашего изображения и наш подзаголовок. И это в основном то, как все будет работать. Единственное, что нам еще нужно сделать это сказать этой камере, насколько большой она будет, и мы собираемся сделать ее здесь во всю ширину. Вот почему мы собираемся сделать размер рамки шириной, и мы собираемся дать ему жестко заданную высоту 72. Это будет высота здешней камеры. И это все, что мы здесь делаем с этим размером для товара. Так, вот теперь это ячейка плейлистов с представлением коллекции, использующим эти ячейки треков. Единственное, чего нам сейчас не хватает, это некоторых данных. Так что давай внесем туда кое-какие данные. Первый, у меня есть несколько обложек альбомов, которые я только что скачал и скопировал, и я собираюсь занести их в наш файл активов. Так что я просто пойду и найду ресурсы в нашем каталоге файлов, и туда я просто перетащу некоторые изображения. И это сделает все эти обложки альбомов доступными для нас, когда мы будем использовать приложение. Так что я просто положу их туда и установлю вот так. Теперь нам действительно нужны некоторые данные, чтобы заполнить и использовать обложку альбома, а также установить такие вещи, как название и субтитры. Итак, чтобы сделать это, я только что создал простой объект. Давай зайдем в приложение. Давай зайдем в Spotify наверху и перейдем к Command-N. Мы собираемся создать совершенно новый файл. Здесь я просто собираюсь назвать эти данные. Это наш файл данных. И здесь я просто буду жестко кодировать некоторые треки, ссылаясь на те изображения, которые мы только что создали, давая им некоторые названия и имена исполнителей. И это будет информация о треке, которая будет заполнять наше представление коллекции здесь. Так это просто структура трека. Я дал нам здесь несколько свойств, и позже, когда мы действительно начнем заполнять списки воспроизведения и исполнителей, я просто немного перетасую треки и дам им несколько разных настроек. Но в основном это будут просто наши данные. Теперь, чтобы передать эти данные в наше приложение. Нам нужно подключить их к нашему домашнему контроллеру. Помнишь наш домашний контроллер? Этот парень вернулся сюда. Вот тут-то все и началось для нас. Это контроллер, который на самом деле содержит нашу строку меню и нашу ячейку здесь внизу. Это его собственный вид коллекции, который идет слева направо. Нам нужно установить здесь наши данные и просто передать некоторые вещи. Итак, здесь я просто собираюсь создать структуру под названием Music, которая будет содержать массив массива и в основном это будет содержать наши плейлисты, исполнители и альбомы. Это всего лишь массивы треков, которые мы только что настроили в нашем файле данных здесь. Так что я просто настраиваю это как простую структуру под названием «Музыка здесь», которая заключается в том, что мы собираемся вернуть список воспроизведения для списка воспроизведения исполнителей альбома. И с этим все, что нам нужно сделать сейчас, это использовать это в нашем представлении коллекции. Так что если мы прокрутим вниз до того места, где мы на самом деле говорим, что будет отображаться в нашем представлении коллекции здесь вместо этих красивых цветов и количества цветов, мы можем просто сослаться на музыку и сказать, эй, музыка, ты будешь в основном количеством предметов, которые у нас есть в каждом разделе. Для нас это будет просто три. И тогда мы действительно можем использовать путь к музыкальному индексу здесь, чтобы передать именно тот элемент музыки, который нам нужен. Упс, так что я на самом деле не хочу делать это на пути индекса цветов здесь. Что мы собираемся сделать вместо этого так это пойти продавать. Нам нужно получить точный трек или серию треков из нашей музыки здесь. Так что мы можем просто сделать это равным элементу пути к музыкальному индексу. И это вернет либо наши плейлисты, либо наших исполнителей, либо серию треков из нашего альбома, в зависимости от того, какой из них мы выберем так что на самом деле мне даже не нужен этот цвет. Я просто оставлю это пока, потому что мне любопытно посмотреть, как это выглядит. Но с этим давайте теперь запустим приложение с помощью команды R и посмотрим, появится ли что-нибудь. Это было очень давно, прежде чем бежать. Давай посмотрим, что получится. И бум. Эй, вот так. Теперь у нас есть данные, поступающие в наше приложение, и если мы нажмем на исполнители и альбомы, мы получим немного другие данные перемешанные. И наше пролистывание все еще работает. Замечательно, очень круто, очень здорово. Теперь, чтобы завершить все это, все, что нам нужно сделать, это просто взять этот домашний контроллер, который мы создали. И вставить его обратно в строку заголовка. Контроллер. Помнишь тот контроллер, который был у нас в самом начале, который настраивал нашу музыку и подкасты? Мы просто возьмем этого парня и поместим его сюда. Давай посмотрим, как мы можем это сделать сейчас. Ну, первое, что нам нужно сделать, это сделать так, чтобы этот контроллер представления отображался. А не этот как своего рода родительский элемент нашего контроллера панели навигации, если вы помните еще в нашем делегате приложения. Так, давай вернемся сюда. Давай теперь прокомментируем то, что мы комментировали раньше. Это будет наш навигационный контроллер с корневым контроллером представления контроллера строки заголовка. Давай сделаем это вместо того, чтобы использовать наш домашний контроллер, который мы использовали до этого момента. Давай повторим это еще раз и просто вернемся к тому, с чего мы начали, просто разместив название и музыку на самом верху. И это должно выглядеть так. Хорошо? Итак, мы вернули этого парня и играем. Теперь нам просто нужно взять наш домашний контроллер, который у нас был здесь, и поместить его в этот субконтейнер, с которым мы здесь разобрались. Так что давай просто пойдем и напомним себе, что делал контроллер строки заголовка. Так что по сути у этого парня здесь было два контроллера, которые просто показывали наш синий, наш желтый экран. Это нельзя пролистать. Это мы просто должны нажать вот так и вот так. И в основном мы устанавливали их в серию контроллеров просмотра. Теперь я припоминаю, и они появлялись и исчезали, когда мы нажимали на эти кнопки. Так что если мы посмотрим, что происходит, когда мы нажимаем на музыку. Помните, что музыка на самом деле прокручивается в музыке слева, а мы набираем подкаст, который прокручивает ее справа. Так вот, что здесь происходит. Мы просто собираемся заменить контроллер просмотра музыки и контроллер просмотра подкастов на наши домашние контроллеры. Я хочу сделать это по-настоящему. Мы бы на самом деле наполнили этих парней настоящей музыкой и настоящими домашними контроллерами. Но только ради этой демонстрации я собираюсь просто добавить хоум-контролла и сделать ее равной тому, что у нас было раньше с музыкой и подкастами. Так что я просто бросаю всю ту работу с домашним контроллером, которую мы здесь делали. Помнишь это? вся эта фигня с клетками, я просто передаю это нашим контроллерам просмотра здесь. И это то, что теперь будет добавляться и удаляться по мере того, как мы будем запускать это. Так что теперь, если мы вернемся сюда, наберем команду R и запустим все, мы должны увидеть два домашних контроллера, представляющих музыку и подкасты, каждый из которых заполнен теми данными, которые мы передали. И это даст нам довольно хорошее представление о том, как ты знаешь, как это выглядит. Вот мы и здесь. Теперь мы можем вводить подкаст и музыку, и это делает то же самое переключение, только вместо синего и желтого экрана он перемещает наш домашний контроллер влево и вправо. Посмотри на это. В каждом из этих домашних контроллеров есть еще один контроллер. А вот и наша панель меню. Вот наша прокрутка, и посмотри на этот симпатичный зеленый маленький анимированный индикатор, который меняет наш размер, когда мы двигаемся влево и вправо. Поздравляю! Мы собрали все это вместе, и именно так мы можем смоделировать и приступить к созданию приложения Spotify. Ну вот и все, ребята. Это всего лишь часть волшебства которая вкладывается в создание этих замечательных приложений. Ты же видишь, что это действительно требует немалой работы. Там много макета, особенно это индикаторная панель. Если ты помнишь тот эпизод, там произошло много волшебства. Но это действительно забавное приложение для создания. Я призываю тебя скачать исходный код, поиграть с ним и просто почувствовать, как работают представления коллекций, автоматическая компоновка и другие подобные вещи. И просто помни, что эти приложения созданы обычными людьми, такими же, как ты и я. Некоторые элементы действительно требуют много работы, но посмотрев на эти приложения, разобрав их и поиграв с ними, надеюсь ты поймешь, что ничто не мешает тебе создавать подобные приложения и получать от этого удовольствие. Хорошо, спасибо всем, что пришли. Я надеюсь тебе понравился этот сериал. Мы скоро поговорим с тобой. Хорошо, пока-пока.